Юные и талантливые. В детском саду номер 201 сегодня прошел музыкальный конкурс «Первые шаги». Его участниками стали ребята из 7 дошкольных учреждений. Малыши соревновались в 2 номинациях – танцах и песнях. В мир детского творчества окунулась и наша Екатерина Зубарева. Выступать перед большим количеством зрителей для Сони Иконниковой вполне привычно. Сегодня вместе с подружкой по детскому саду она исполнила песню «Если сильно захотеть». К выступлению девочки долго готовились, и поэтому сегодня больше волновались за других участников, чем за себя. У меня тут одна подружка, вот она в том ряду сидит, это Ксюша, она моя самая близкая подруга. Переживаю за Ксюшу и за себя, за девочек. Музыкальный конкурс объединил самых творческих и артистичных ребят из 7 детских садов города. За выступлением малышей следило профессиональное жюри. В нем педагоги и музыканты, и хореографы. Музыкальный конкурс среди воспитанников детских садов – традиционный праздник как для детей, так и для взрослых. И проходит он ежегодно. Ребятам очень нравится, конечно. Это все-таки какое-то, как говорится, выступление, какое-то весеннее настроение поднимает. Вообще, как бы, когда выступают дети, мне кажется, радуются. Все взрослые. Те номера, которые жюри отметят лучшими, будут представлены на городском фестивале «Веселые нотки». Екатерина Зубарева, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича.